Ребят, всем привет! Вы на канале Папа Фан Машинки, и это игра Hot Wheels. Конечно же, Hot Wheels Race Off. Да, сегодня будем бить рекордики. Будем бить рекордики, но сначала подберем кристаллики, ребята. О, ничего себе, 175. Обычно 150 кристалликов кидают, а тут 175. А это по мере прохождения, наверное, все больше дают кристаллов. Так, что у нас здесь вообще? Давайте сегодня, наверное, займемся наборчиком зверя. 32 уровень. Сейчас будем пробовать, экспериментировать, ребята. Так, ну что, оставляем этого Sharkbite. Sharkbite у нас максимально прокачано. Вот это вот что за темное деление? Я не понял. Так, хорошо, ладно. Это у нас, похоже, говорит о том, что скоро выйдет обновление. Или не факт. Ладно, бог с ними, ребят. Вот такой, короче, у нас акуленок Sharkbite. Ой-ой-ой, задел все-таки. Да что ж ты будешь делать? Тут за 40 секунд нужно как-то умудриться проехать. Как-то надо умудриться проехать за 40 секундик. Ой-ой-ой-ой-ой. Бам, на этот раз ты не заденешь. Да что ж ты будешь делать? Опять задел. Ах ты ж корявый-то. Че ж ты задеваешь-то все время? Так, ну Sharkbite, конечно, чумовито просто разгоняется, ребята. Просто бомба какая-то. Бам! Ой-ой-ой-ой. Бам! Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Вот так. Да что ты мне не даешь проехать? Есть, не задел. Меня уже догнал этот чувачок-то, блин, соперник. Ой-ой-ой, ну кто так делает? Меня соперник обогнал. Пока я тут кручусь, верчусь своей акулой. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. В принципе, она разгоняется нехило так. Не хуже, чем мой соперник, но... Чё-то я его... Ему дал фору. Чё-то он меня уделал пока. Так, ладно. Зачем он тормозит? Ой-ой-ой-ой, он, наверное, знает, что здесь яма. Да-да-да, не понял, подожди. Тут финиш, что ли, был? Нет, не может быть такого. Значит, я все-таки упал в яму. Хорошо. Опа! Финдик, обязательный маневр. Бам! Бам-бам-бам! Не успел задеть. Есть, красавчик. Ч-ч-ч-ч. Вот здесь ускорялку. Нет, не зацепил. Да что ж ты будешь делать? Придется так своим ходом, ребята, проезжать эти мертвые петлишки. Бам! Можно было финдик сделать, конечно. Ну, ладно. Едем, пока едем. Мой соперник не отстает, а? Хоть у него машинка. Что за машинка? У него паук, по-моему, машинка. Это у нас вторая, третья, четвертая, наверное. По списку идет. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Ой-ой-ой-ой, это что было? Это не может быть, это реально финиш. Ничего себе, тут реально финиш, оказывается. Ну ладно, все, я тогда сейчас буду лететь просто как космонавт какой-то, ребята. Сейчас буду лететь. Бам! Ух ты, вообще четко так проехала акула моя. Так, финтик, ладно. Да что ж ты будешь делать? Как ты своим клювом-то? Клювом. Каким клювом? Задел все-таки, ё-моё, передком, ребята. Ладно. А так хорошо там вообще проскочил. Бам! Вот здесь вот нормально тут раз проскочил. Да что ж ты будешь делать? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ничего себе, ребят, он просто улетает, наша акула-то постоянно куда-то улетает вперед. Так, нормально. Бух ты! Есть, вроде как едем. Да что ты делаешь-то, акуленок? Я должен поставить рекордик, ребят, еще 10 секунд. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Есть, рекорд поставлен, наконец-то, 3 звезды. 4 минуты ушло, чтобы поставить этот рекорд, побить, да? Так, хорошо, выиграем карту новую. 33-ю! Ну, давайте вот на этом испытаем, на стрит-крипере, на паучке. На паучке, а он едет на этой, как его... Утех, ты, ё-моё, задел. Здесь нельзя так проезжать, ребята. Так, ладно. А он едет на скорпиончике. А, подождите, это я в тот раз ехал? Это, оказывается, я здесь
проехал на скорпиончике, как красавчик, просто тихо-тихо, не задеть, не задеть. Е, смотрите, проскочил, ничего себе, нет, он не успеет перевернуться, финтик сделать. Вот какашка-то, вот какашка-то, ты чё медленный такой, вообще капец, ребята. На нем финты делать вообще нереально, он может на брюхо сесть, кстати, не забываем об этом. На брюхо может сесть, так, а где в тот раз я проезжал, как нормально там? Тихо, все, вот здесь не упасть, не упасть, я сказал, не упасть, ну что ж ты, ребята, смотрите, брюхо цепляется и все. Ничего себе, вот нормально ехал. Так, я все понял, здесь нужно брать... Акуленка, да что ты будешь делать? Не задевать, не задевать, красавчик, есть, едем, едем, едем. Фу, вообще красота, ребята, вообще четко проехал, в принципе, практически. Так, тихо, тихо, что здесь у нас? А здесь у нас ничего такого серьезного, так, финтик, шпунтик. Есть, нормально, биг эйр, бэкфлип, нормально, едем. Так, челюсти у нас периодически открываются, закрываются, ребята. Ну это же акулача, она должна работать при своими челюстями. Да что ж ты будешь делать, только не падай. Фух, нормально. Так, 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 финтик, финтик. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, здесь не заедем. Так, а где мой соперник? Где моя тень прошлая? Так, а я думал, здесь яма будет. Так бы я, конечно, летел. Как псих. Если бы знал, что здесь нет ямы. Так, опа, опа, рекордик, ребята. Ребята, рекордик. Я не знаю, рекорд будет, не будет. Должен быть. Нет! 2 секунды не хватило. Очуметь. Так, 2 секунды не хватило. Тогда... Ч-ч-ч-ч-ч. Ух ты. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ух ты, ух ты, ух ты. Спокойно, спокойненько. Опа, финтик. Сколько там было-то? Минут... 0.5, по-моему, да, рекордик у нас. Надо как-то за минуточку, как-то за минуту умудриться, ребят, проехать, побить рекорд. Сейчас попробуем все-таки это сделать. Так, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, нет, не получится нам побить рекордик, так как я уже профукал топливо. Да, мой соперник уехал, умчал просто, ушатал просто, сломя голову, ребята, смотрите. Ай-яй-яй-яй-яй, чувачок, да жди меня, ты куда там улетаешь все время? Ух, он уже наверху. Вот это гаденыш. Вот здесь нет ям, так что можно финтить смело. Вот здесь можно финтить, даже не бояться. Ой-ой-ой-ой-ой, ёх ты! Так, спокойно, все, он приехал. А я еще не приехал, я там застрял, не пришлось... брать топливо. Да. Так, очередная попыточка. Очередная попыточка. Ой-ой-ой-ой. Ух. Да что ты будешь делать? Есть. Опа, финтик. Нормально. Бэкфлип, биг эйр. Скоро у нас коробочка заполнится, кстати. Так, взял, не взял. Что-то взял, что-то не брал, что-то... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, да зачем я так сделал? Ничего себе задел, вроде не занимал. Так, зачем я здесь сделал трюк? Так хорошо шел. Бам! Есть. В принципе, я научился вроде как на этой карте ездить более-менее. Фишечки некоторые знаю уже. Так, едем вот здесь, не делаем финтик. Не надо этого делать, хорошо. Проскочили, тихо-тихо-тихо-тихо. Да что ж ты опять проскочил-то, дурачок ты. Ребята, про это место я забыл опять. Так, все-таки должны побить. Ч-ч-ч-ч-ч. Опа, есть, клюнул. Есть, красавчик Не совсем гладко, конечно, в этот раз лучше проехал. Но тоже ничего. Так, 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 тихо, 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 что здесь можно было ехать, не бояться, а вот здесь уже, вот здесь нужно брать топливо, ребята, вот здесь как псих, да что ж ты творишь, ты меня сейчас соперник догонит, да я, ты чё, акула, ты чё меня подводишь, ребята, все, рекорда не будет, здесь можно смело перезапускать, опять я на этой заправочке протупил, да сколько можно тупить, да, падай вниз. Так,
Да что ж, никак не получается, ребята. А почему никак не получается? Ай-яй-яй-яй-яй. Есть нырок. Есть. Есть. Все, по газулечкам. Не забываем про заправочку. Помним, помним, да. Тихо-т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 ихо. Вот здесь. Ух ты. Что это было-то? Еще одна заправочка там была, видели? Вот здесь еще заправочка есть. Так, вот здесь надо как-то умудриться зацепить за заправочку. Ой-ой-ой. Ну, есть возможность потягаться с соперником. В принципе, более-менее есть возможность. Если вот здесь не утону, конечно, не упаду. Ё-моё, опять меня обогнал. Вот чертёк, ладно, сейчас мы его... Мы его сейчас ушатаем. Да что ж ты будешь делать? Нет, мы не ушатаем его. Да я не знаю, на этой карте нужно брать другую, значит, машиночку, ребята. На этой тупо не получается, не получается, не получается. Да что ж ты, ёх ты! Все, опять он меня уделал, ушлепал просто. Ушлепал, а что за тачку тогда брать-то, я не понимаю. Так, хорошо, шарк у нас. Так, сундук с трюками, что там? Продолжить, ребята. Ребята, кого же взять тогда? На чем бы проехаться попробовать? Ну давайте вот на этой длинной технике проедем, все-таки попробуем. Бам! Бам! Есть, нормально. У-у-у, нет, не делаем финтики. На этой машине вообще бесполезно делать финтики. Можно приземлиться просто на крышу. Свалиться. Так, заправочку не взял. Так, вот здесь возьму. Так, ну, относительно несложно пока. И здесь по газулечкам, а то свалимся. Да, ребята, можно свалиться. Опа, 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 опа. Вот здесь на брюхо не садись только. Весь красавчик, идеально. Ну, здесь финтик сделаешь, тогда успеешь, я думаю, успеешь. Красавчик, успел. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. О. Ничего себе, ребята. Что там с рекордиком-то? Что с рекордиком? Нормально все. 58 секунд. Ничего себе, с первой попыточки на этом стрит-крипере проехал. Представляете? Вот это да. Так. Это здорово, это хорошо. Что у нас остается? Остается у нас 38, 39, 40. Ничего себе, ребята. И, ну, наверное, про следующий выпуск у нас будет, все-таки начнем с внедорожников, наборчик первый у нас будет с 8-й трассы. Да, ребята, начнем с 8-й трассы. Так что давайте подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, делитесь этим видео, да, жмите на колокольчик, когда подписываетесь, и остаетесь в курсе всех событий, да, что творится у меня на канале. Выходит новое видео, вам приходит оповещение, вы смотрите, балдеете. Благодарю всех за просмотр. Всем удачи, пока-пока.